РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. В Башкортостане одобрили 105 льготных ипотечных займов для IT-специалистов. 11 человек уже заключили кредитные договоры. Всего в июне было подано более 140 заявок. Ранее первую в регионе IT-ипотеку выдал банк «Открытие» на 5 миллионов 400 тысяч рублей. Средства предоставлены на 29 лет под 5% годовых. Напомню, принять участие в программе могут специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. Сумма кредитования в регионах миллионников составляет до 18 миллионов, а в остальных субъектах до 9 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять минимум 15% от стоимости жилья. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет. Также по условиям льготной ипотеки айтишники, работающие в крупных регионах, должны зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, в небольших не менее 100 тысяч рублей. Сейчас Минцифры Башкортостана ведет переговоры с федеральным министерством по вопросу снижения зарплатного порога. Эксперты не исключают, что условия программы со временем будут изменены. Объем выданных потребительских кредитов в Башкортостане по итогам первых 5 месяцев года сократился на 50% до 25,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране за этот период банки одобрили потреб кредита на 880 миллиардов рублей, что также в половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение отмечается во всех 30 регионах-лидерах по количеству займов. Наибольшее снижение отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском и Красноярском краях. Наименьшее в Москве и Краснодарском крае. Эксперты отмечают, что основной удар по кредитованию пришелся на март-апрель, когда ключевая ставка Центробанка доходила до 20%. Сейчас, несмотря на снижение ключевой ставки, всплеска кредитования не наблюдается. Банки продолжают придерживаться консервативного подхода и кредитуют лишь самых надежных заемщиков. С июля вступает в силу ряд нововведений в финансовой сфере. В частности, с сегодняшнего дня банки обязаны информировать клиентов о рисках инвестпродуктов, что доход по ним не гарантирован, а вложения не застрахованы. Такие требования Центробанка касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, а также индивидуальных пенсионных планов. Принципиально, что теперь устная характеристика продукта должна строго соответствовать тому, что написано в нем, о нем в договоре. Дело в том, что именно в банках люди чаще всего сталкиваются с подменой понятий, мисселлингом так называемым, то есть продажей одного финансового продукта под видом другого. Банк России будет вправе приостанавливать продажу финансовых продуктов, если банк допускает неоднократные нарушения правил информирования. В особых случаях регулятор сможет потребовать от банка выкупить такие продукты у клиентов. Еще одно нововведение касается вкладов. С 3 июля банки будут обязаны раскрывать условия депозитов в простой наглядной форме, преимущественно в виде таблицы. В ней должны быть указаны процентная ставка, а при наличии нескольких условия и период применения каждой, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие. Таблица должна размещаться в начале договора, а также на сайте и офисах банка. Бизнес-омбудсмен Башкортостана направил в антикризисный штаб правительства республики предложение о поддержке кинотеатров. По словам Флюра Асадулина, сейчас они работают в убыток и находятся на грани закрытия. Напомню, в марте иностранные киностудии заявили об отмене запланированных в России премьер и в целом прокат фильмов. А количество и качество российских, по словам предпринимателей, в настоящее время не позволяют закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. Так, к примеру, выручка Global Cinema в ТЦ «Меркурий» в месяц составляет порядка 1 миллиона 100 тысяч рублей. Из них 1 миллион идет на оплату аренды. Иностранные компании, мейджоры, которые Sony Pictures, там, Warner Brothers, они в один момент отказались поставлять свою продукцию, нечего показывать, да, у них еще нужно заплатить заработную плату людям и прочее, да, так они, ну, не то что в убытке, они уже в минусах ниже нуля пошли, правильно, и они вот собираются закрываться. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров России, с начала года в стране закрылись более 2000 кинотеатров. Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация лучше не станет, так как летом лучшие сборы обычно приносили голливудские блокбастеры.
Власти Башкортостана планируют заключить ряд соглашений с регионами Белоруссии. Делегация республики принимает участие в 9-м форуме регионов России и Белоруссии. Мероприятие продлится 2 дня, в течение которых планируются заседания и встречи лидеров стран и регионов, на которых обсудят вопросы экономического и политического сотрудничества. В частности, интеграцию законодательства дружественного государства и взаимодействие в сферах науки, образования, производства, сельского хозяйства, безопасности и импортозамещения. Всего на форуме планируется подписать 50 соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Сегодня-завтра работаем здесь, на форуме регионов России и Беларуси. Нас ждут наши партнеры. Это очень деловитые люди и огромный потенциал для экономического сотрудничества. Напомню, в ближайший год власти Башкортостана и Белоруссии планируют развивать сотрудничество в сфере туризма, торговли, науки и сельского хозяйства, а также в планах увеличить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.